Достаточно, как вы понимаете, болезненный вопрос для всех. В ближайшие... Я уже заговариваться даже начал. К сожалению, в ближайшее время ничего не изменится. Россию не любят в Украине. Украинцы не любят русских. Пропаганда — это 20-летняя ли. Или лидеры и наши, и их. Или еще что-то, неважно. Нас разлюбили. Вот нас разлюбили. Таких сиамских близнецов резко разделили без снотворного и без обезболивающего. Я бы хотел видеть Украину федеративной республикой. Я бы, наверное, пошел на уступки, но на них никто не пойдет, к сожалению. Я бы вообще Крым, честно говоря, не забирал, потому что, ну, есть объективная причина у меня лично для этого, субъективная. И мне кажется, что наши гастроли по Украине в ближайшие лет 5, к огромному сожалению, как я люблю Киев, как я люблю Одессу, Луганск, Харьков, Донецк, не предвидится. Это большая печалька. Солеви.